Ох, моторы сильные. Так бывает у нас с тобой в неожиданный день. Нас касается Дух Святой, сду дремоту и лень. Вспыхнет луч в глубине сердец и услышан душой, как на небесах Бог Творец слезы льет над землей. Как Он видит людей слепых в ад бегущих толпой, тянет скопище бесов злых ту толпу за собой. Им никто не открыл глаза, вот несчастная жизнь, и не знают они Христа, и не могут спастись. Им никто не открыл глаза, вот несчастная жизнь, и не знают они Христа, и не могут спастись. В холода, мы поедем туда, где метели метут, люди тоже живут. Север, дальний восток, где концы всех дорог, где пурга и мороз, там людям нужен Христос. Иисусу, молясь с утра, дрогнув струны в душе, что и где солнце и жара, люди ходят во мгле. И в религиях тех пустых, как в сетях спит народ, лживый дух обольщает их и в погибель ведет. И в религиях тех пустых, как в сетях спит народ, лживый дух обольщает их и в погибель ведет. Мы поедем туда, где пески и жара, где Евангелия нет, а нужен истинный свет. Хоть случится при том стать пшеничным зерном, чтобы плод принести и заблудших спасти. Если есть Божий Дух в груди, и ты бодрствуешь с Ним, мы глазами Христа на мир и на путь свой глядим. Мы умрем каждый для себя, чтобы жить для Него. Ведь исполнить Христа слова нам дороже всего. Мы умрем каждый для себя, чтобы жить для Него. Ведь исполнить Христа слова нам дороже всего. Холода и снега, где пески и жара, дай Бог силы дойти нам до края земли, чтоб другим передать ту великую весть, чтоб слепым рассказать, что спасение есть. Холода и снега, где дожди и жара, дай Бог силы дойти нам до края земли, чтоб другим передать ту великую.
великую весть, чтоб слепым рассказать, что спасение есть. Аминь.